ты платину и леса дремучие, лишь бы брали правильно и Сибирь не мучали. Где напарник, а кто будет грушу собирать? Ладно. Надо их еще найти. Найдем раз и второе. Там их осталось-то чуть-чуть. Как в сказке. Вчера был на работе, а сегодня хожу по саду железного. Да, не говорите. Могу рассказать и поверят. Это, дело в том, что, понимаете, я вот вебинары ваши смотрю. И просмотров, и как бы вот лайков ставят мало. Потому что большая часть людей не понимает. То есть боятся сада. Хотя земли вот сейчас пустует очень много у всех. Ой. И на дачах же что? Уже картошку не садят. И в деревнях. Раньше, если у тебя 15 соток картошки нет, ты бич. А сейчас 3 сотки картошки всего садят в деревне. Да знаю я все это. Горькая правда. Она не просто пустует. Она зарастает опять бурлином, лесом. Бурлиной, все. И это такое, это просто ужас. Вот это вот. Вы сюда доходили или вас там уже отоваривали? Мы здесь были. Были. Он показывал, что как они растут. Как вот процесс, происходит. Вот уже выкопано, вот уже горшки вставлены новые. Это, скажите, я этот горшок при посадке разрезаю. Да, разрезаете. Землю заглубляю немножко, да? Горшок разрезали и выкинули его? Нет, это естественно горшок выкинули. Я имею в виду сам вот эту мочевину корневую, немножко заглубить землю и обсыпать холмиком. Вы холм вначале сделаете, в холмике сделаете по размеру вот этого горшка так. Ямку, посадите, вставите в эту ямку вот этот самый горшочек, угу. И так, чтобы он даже чуть торчал. Ну, скажем, 1/3 горшочка, чтобы торчало чуть-чуть. Не, чтобы это, вот он уже холм. Угу. Так, чтобы так. Это было вот как... Заподлицо уже с холмом, не выше. Все понял. Надеюсь. Так. Ну, условно понял. Вот смотрите. Это все самое последнее. Рвите. Это как сорт называется? Это, по-моему, взяли. По-моему, взяли. Память Яковлева я брал. Вы говорили, что самое главное не отрывать вот с этим вот. Господи, вы мой лучший ученик. Ну, так, батюшка. Так, кладите по карманам. Столько лет одну... Ох, оторвало. Ну ладно, у меня одно дерево раздало 2 ведра груш. Я был такой счастлив, но есть их было невозможно. Во, это сюда так. А ну-ка прямо сейчас положите в рот, я хочу ваше выражение посмотреть. Ну она немножко твердовата еще. Чего? Ну конечно. Это вам не рыночная. Да. Так, ладно, кладь дальше по карманам. Я просто не могу все есть. Потом даете. Вы как этот самый Моль, говорит, я потом даем шубу. Да, надкусаю. А и это же память Яковлева, он там у меня. Вот такие вот. Ну уже нет, уже. Еще. Да, размер. Еще. Ну угостите всех. Не, еще. Главное женщину угостить, они-то за что страдают, такую даль ехали. Попробуй их не возьми с собой. Память Яковлева, вот она. И я ее купил. Да. Ну еще раз говорю, нужна тепловая подушка. Ну хоть бы ветра бы не было. Я таки пришла. Мне же любопытно. Давайте. А чего сразу? Скажите, а как называется этот сорт? Память Яковлева, вы такую взяли. Нет, она не взяла. Это она жительница Саяногорска. Она возьмет. И вам не стыдно? Вот как вырастет у меня, она возьмет, приедет сюда. Да, подождет несколько лет, давайте. Да, попробовать. Да. Так, ну что? Эх, на месяц бы раньше. От меня ведрами увозят. А, идемте сюда. У меня есть сорт на любителя. И там есть ведро 2, можно собрать. Это сварог. Лето было достаточно жаркое, и 50%, кого я угощаю, говорят, шикарный сорт. Вторые 50 тоже едят, не отказываются. Но немножечко говорят, вот с кислинкой, пойдемте угощу. Ой, сюда. Вот это абрикос, да? Я так понимаю. Да, это абрикос.
Они, вот эти скромные, вот эти скромные, они мне дают 20-30 ведер. Угу. Патриарх вон там, хотите, покажу. У меня все открыто. Так, сейчас посмотрим. Давайте пробуйте сварог. Вот, это сибирский вариант гибридного груши, дикий уссурийской и французского шикарного сорта. А, а вот идем сюда, тут больше вот тут. Уже ведра. Ой, все, последний, по-моему, пали. Вот, собирайте. Это вот это? То есть, вначале пробуйте. Нет, это мы пробовали, сварог сладкое, вкусное. Где это? Вот это, вот это. А когда успели? Так а мы когда вот пришли, сын был ваш. А. Да, он нам все уже тут. Не, правда вы сказали сладкое, вкусное? Да. Собирайте. Не, мне не надо, у меня похожее, я не такая, не такая, но вот похожее. Ну она ладно. Она быстро портится. Тогда вы собирайте. Ну, мы отведали, то есть собирать мы специально не будем. Ладно. Не потому что не хотим. Пущу на семена. Так, ну что, надо выключать камеру. Вот она большая, да? Вот. Нет, это знаете что? Это кто-то пробовал и выкинул. Это другой сорт, да? Это другой, это меня подставили жить из этого самого. Казалось бы, авторитетный сорт со Смоленска. Продает туфту. Вот это я вырастил, вот идете, я даже... Вам не нравится это, да? Да, мы, я вот так делаю, смотрите. Пойдемте покажу. Чтобы у меня гости не соблазнялись... Не соблазнялись. Вот здесь, с этого дерева, раздавлены их сотни. Просто ходил, давил. А вот это я не успел раздавить. Смотрите. Он самый поздний. Так, я попробую. Ой, вот она, жадность. Это другое, да? Другое, это Смоленская крупная называется. Славянская крупная. Смоленская. Смоленская. Только не говорите, что она вкусная. Сейчас попробую. Вам не нравится, да? А вот московская вкусная? Мне вкусно. Ё-моё, забирайте. Я же давлю их специально. Я же не могу, это знаете как, когда мировые рекорды по сладости, по урожайности, я не могу вот это людям предлагать. Собирайте тут. Не, ну вы шутите, что её есть можно? Ну насыщенная. Все, молчу. Нет, она неплохая, но... Ну, соберите хоть 10-20, умоляю, ну. Так. Так. Сбегайте за этим, за чем-нибудь. Пакет. За пакетом. Все, вот вы знаете, на этой оптимистической ноте... А что, грушу похвалите? А вот же это, который это, у него в карманах набитый. Память Яковлева из тех, кто сейчас все. Память Яковлева, да? Да. Да, то память Яковлева – это высшая лига. Все, я выключаю. А то люди, кто будет морщиться, вот, кто будет завидовать. Так, ну, ваше счастливое лицо, помашите рукой, вас снимает камера.